третья попытка с берега на речку едем. Жорик первый раз на рыбалку едет. Сколько сейчас ему? 2 недели. Ровно? Ну, 16 дней. 16 дней уже, он еще на рыбалке не был. Еще не был. Первый раз. Что это за жизнь такая? Вести его на рыбалку, все-таки не спускаемся к речке. Проходила по улицам люди, красиво здесь. Здесь классно, между прочим, смотри, какая поляна. И спуск хороший. Диск нашли, короче, в лодке. Ему лет 10, да, Тань? Наверное. Испытали, хотя это радио, CD-плеер работает. Надеюсь, здесь клюет. Надо поймать что-нибудь. Это третий день, да? И ничего. В этот раз что-то не очень. Надеюсь, что через 2 недели приедем как раз на клюв. Да, должны будет клевать уже. Че, где мы пристроимся? Здесь? Как всегда, наверное, вот тут-то? Здесь, смотри, травы нету сейчас, наверное, хорошо. Даже. Вот так, встанем здесь, да? Что, вода ушла или это просто? Не-не, за зиму, наверное, водоросли пропали. Так, что, окно открыть, да? Или будет холодно? Ну что, boys, let's go. О, кого-то съели. Сейчас попробуем здесь порыбачить. You like this spot? Ладно, сейчас закину ему удочки, потом поснимаю. Закинул. 3 удочки. Пока тихо. Форель. Вот на такую байду мы ловим. Powerbait. Пластинчик такой. Всплывает. Можно на шарики. Такие вот есть шарики, резиночки тоже всплывают. Главное, чтобы всплывало цветное. Можно маршмеллоу, червяка, пауэрбейт. Короче, главное, чтобы оно поднимало крючок на полметра. И так вот на донку можно ловить ее. Сейчас там остановился. Много рыбаков. Парочку все поймали, мы сюда приехали. Здесь никого. Попробуем чуть-чуть, часок посидим. Ах, жарко. Что делаешь, Саш? Все шатается. Не жарко? Не жарко тебе? Он проснулся? Я его положила чуть-чуть. Хочу, чтобы он полежал. Он все время согнутый. Если Саше жарко, пусть кто-то снимет. Да, жарко же. Я сейчас тоже буду раздеваться. Эй, no fighting. Там прыгала рыба. Там какие-то пеньки торчат дальше. Did you see a goose? Yeah. There's a goose. Over there. 2 гуся вон. Пасутся.
ищут место, где гнездо, наверное, построить. Хоть что-нибудь надо поймать за 3 дня. Здесь для мусора поставили бочку. Еще бы лучше туалет поставили. Раньше не было. Ну клюй уже, рыбка. Можно с камней попробовать эту дону. Клюет она будет здесь клевать. Летом здесь хорошо ловится. Что весной она не хочет. Строители. Саш, ты уже весь грязный, ужас какой. А где он там? Ну что, если что-нибудь клюнет, включу. О, кто-то ставил грелочка самодельная. Прикольно сделали. Забыли. Или не самодельный. Это баллон, походу, какой-то газовый. Прикольно. Неплохо сделали. И забыли хорошую вещь. Не, у баллона была бы только какая-то дырка. Таких я не видел еще, чтобы продавали. Look what I found. Смотри, что нашел. It looks nice. Yeah. Should we take it home? Yeah. Somebody forgot it here. Yeah. Блин, классная вещь, надо заберу домой. Прикольно. У меня есть так-то. Ну, блин, такой точно. Пойдем маме покажем. Смотри, какая хрень. Что это? Грилочка. Кто-то здесь бросил, не стал забирать. Еще смотри. Такое я еще не видел. Ну, там просто стояло. Кто-то пожарил, короче, костер пожег и бросили. Угу. Ну, говорит, старая сильно, не будем мы ее больше пользоваться. Я сейчас высыплю, можешь забрать. Она не поломанная, ничего? Не, обалденная, смотри, какой толстый материал. Смотрите, как красиво ее подкрасить. Я? Сейчас такие не делают уже. Заберем? Конечно. Все, пойду сейчас высыплю все из нее. А только угли высыпать. Классная. Я думал самодельная, они не похожи. Смотрится вообще классно. Сильно качественно, ну, сделали. Почистить, подкрасить, знаешь. Находка. Оттянуть. Мы здесь всегда что-нибудь находим. В прошлый раз. Пожужна, такая же. Не, я сделал, будет классно. Есть специальная огнеупорная краска. Саш, are you hot? Саш, look what I found. Саш, come here. Are you hot? А, нашел находочку. Это... Нравится. Смотри. What do you think? Can we keep it? Yeah. Somebody just left it like too old.
but I like old stuff. So you're gonna keep it? Yeah. Right, keep it. Let's put the. Hey, somebody watching pools for bikes. Все забыли про удочки. Не, не клюет пока. Саш, hold the camera. It's recording. Don't close it. That's a cool thing you found. Oh yeah, I liked it. I'm gonna fix it. We should find some old stuff here. Okay. How about if I find something old, I'll give it to you. I'll say if you want. Okay. Ладно, сейчас я ее чуть-чуть вытрясу. Бегали, короче. Рыба чуть удочку не утянула. Сейчас сетку надо взять. Пока бегали, короче, чуть это. Не утащила удочку. А у меня камера сдохла. На телефон сейчас. Окей. Саш, Вов, иди сюда, this way. You get that fishing pole hooked to the line. Мелкая, ну хоть такая. I got it. Whew. Come here. You hooked somehow. First fish of the... Вот такая форелька. Move back. Хорошая. Ого. И все, и побежали, короче. Помогать никому. У меня столько камера сдохла. Батарейка. Фух. Так, а что у меня тут было? Оранжевый маленький. Маленький оранжевый был. Она, похоже, ее полностью проглотила. Сейчас пойду батарейку поменяю. Все, короче, мы нарыбачились. Поехали. А что-то у кого-то дверь открыта. Саш, your door is open. Окей, погнали. Да. Все, поехали. Мы уже эту машину, блин, за... Когда мы ее оформили? 2 недели назад. 2 недели. Купили, я ее подделал 2 недели, ну, уже испытали, короче, и хвост, и в гриву, блин. И с лодкой. Уже чуть какой раз мы сюда приехали на ней? Где-то 2 часа ехать. Там. Получается, где-то 150-160 майлов, да? О, километров 160, да. По таким вот этим. Машина старая, но ничего, за 700 баксов нормально, да? 2001 год старая. Но люди зажрались, такие машины уже не покупают. Все. Чтобы место не спалить, короче, я выключаю камеру. Здесь интересно, когда зелень будет или будет так всегда? Будет, но не так много, наверное. Она быстро высыхает тоже, да? Это кору и перемешивают во время зелени. Здесь вот резервация. Большие компании привозят сюда коров пастись. Они здесь все лето пасутся, короче. И потом они эти бабки делят между всеми, между всем племенем. Короче, они просто получают бабки там, с казино, со всякой ерунды, короче, работать не надо им.
помнишь, лось выскочил, лосенок? Здесь бежал впереди нас лосенок. Саша орёт, и шаг, и шаг. И шаг. Березки. Или не березки, осины какие-то. Вот диски выручили, да, в лодке? Диски выручили, говорю, хоть что-то послушать будем. Ага, новые песни о главном. Я же тебе рассказывал, когда «Ласковый май» первый раз, ну, не первый раз, он там, короче, я не знаю, какой год был, куда он там пел. Мы ехали, короче, с этим, Бабаков Жора, тезка мой, на его «Жигулях», то ли мед качали, короче, там еще в Узбекистане. И, короче, это, «Ласковый май» пел, как мне понравилось, первый раз услышал. А Оля такая, выключи, короче, нельзя. Что мне нельзя слушать такие песни, короче. И с тех пор я слушаю, блин, все подряд, короче. Даже то, что нельзя. А это что? Я не знаю. А это кто-то туда разминут, да? Наверное. Может, больше. Я даже не слушал никогда эти песни. Просто записал, наверное, и все. А там, короче, у меня Борис Моисеев, блин, и Шура с ним. Ну, какой Шура, блин? Шнур, блин, я, короче, Шнур, Шура и Борис Моисеев. Кучу их. Жесть, нет? Шнур узнает, обалдеет. Кем-нибудь поставили. С Борисом Моисеевым на одном диске был записан. Это, наверное, ты записывал. Я бы не записал Шнура с Моисеевым. 100%. Мы, скорее всего, набрали песни и записывали, как попало. Представляешь, еще бы это, «Сектор Газа» записал бы Борис Моисеев. Вообще Алла Пугачева. Да. Ой, давай. Чуть притормозил. Какие здесь? Да. Вот там озерцо. Надо туда как-то заехать, там бас. Надо мелкую лодку туда только. Че я не родился индейцем, блин? Вон там бы дом на горе построил. О, поливает кто-то, пылит там спереди.